В воскресенье в Самарской области пасмурно, пройдет дождь, потеплеет. Температура воздуха днем 5-8 с плюсом, ночью 4-6 выше 0. Ветер усилится, южный 7-9, порывы до 18 метров в секунду. В Сызрани небо в тучах, дождь, днем плюс 7, ночью 4 выше 0. Южный ветер 8 метров в секунду. В Тольятти пасмурное небо, осадки в виде дождя, температура воздуха днем плюс 6, ночью плюс 5 градусов, южный ветер 9 метров в секунду. В Самаре пасмурно и дождь, днем плюс 5, ночью 4 с плюсом, ветер южный 7 метров в секунду, атмосферное давление пониженное, 738 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 93%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.